У гарадзішчанскай школе каля 300 вучняў. З вясковымі гаспадарчымі клопатамі кожны з іх знаёмы добра. Многія ўжо зараз вызначыліся. Дарослае жыццё будзе звязана з сельскай гаспадаркай. Так што клас з агранамічным ухілам тут вельмі дарэчы. Естественно, работаем в том, чтобы они вернулись именно в наш район. Вот. Плотное сотрудничество мы с хозяйствами района, особенно фабрика «Дружба» заинтересована очень в том, чтобы специалисты возвращались к ней. Поэтому мы с ними и поддерживаем связи. Сегодня мы организуем, как и в прошлом, кстати, году, множество экскурсий. В этом году мы более плотно собираемся сотрудничать, чтобы показать деткам, что сегодняшнее вот, сельхозпроизводство – это уже не то, что было несколько лет назад. Это современное, высококвалифицированное. Работа чыстая. Асновы аграрных навук у гэтым годзе пачалі вывучаць 5 адзінаццацікласнікаў. Прычым аснову курса складае практыка. Хлопцы ўжо цяпер даглядаюць і вырошчваюць расліны на школьным агародзе, у садзе і цяпліцы. А ў бліжэйшай будучыні знаёмства з сельгаспрафесіямі. Введение этого профиля позволит ребятам узнать больше все-таки о сельском хозяйстве, о людях труда. Ну и, наверное, покажет профессию с новой стороны, потому что ну, в настоящее время в сельском хозяйстве достаточно много хороших профессий, о которых дети и родители, наверное, не все еще знают. Я хочу поступить в аграрный университет, и этот класс поможет мне. Мы будем ходить на предприятия, будем больше узнавать, и я считаю, что это поможет мне в дальнейшем как бы больше познать профессию. Цікавасць да аграрных навук абуджаюць і ў пачаткоўцаў. У восені і вясной на уроках працоўнага навучання яны даглядаюць за маладым школьным садам. І ў ім 120 дрэў, таму праца знойдзецца для кожнага. Когда я вырасту, я хочу заниматься садоводством, потому что я узнаю, как правильно заботиться о деревьях, как смазывать, как плохие ветки отрубать. Для будущей жизни этим ребятам это все пригодится, для работы на земле, для себя, вообще для общего развития. Поступят в техникум и закончат техникум по этой же специальности. Выпускнікі агракласа змогуць паступаць на сельскагаспадарчыя спецыяльнасці без уступных экзаменаў і сертыфікатах цэнтралізаванага тэставання. Алена Ракудзіяна-Мішчук, Мікалай Руцкі, Тэлерадыёкампанія Брэст.